Так, 7 августа, сад Железовых. Вот. Бесконечная работа. Я уже вам жалуюсь. Уже дети отказываются собирать. Каждый из ребенков, включая 5-летнего, от 5 до 13 лет, заработал по несколько тысяч, сказал, все, больше не можем. Вот. И я вот жалуюсь вам. Вот они, 2 ведра. А у меня... Есть люди, которым я по жизни обязан. И что я теперь должен делать? А вон они лежат. Вот. Вон они лежат. Жалуюсь вам. И дальше лежат, и дальше лежат. Вот. А на еду уже мало. Они падают. Чуть ли не... Ну, в общем, жара. Жара, жара. Я сейчас знакомлю вас с самым поздним сыном манжурца. Так остается название у него. Позднее его плохо было видно, я показывал. Ну вот он начал окрашиваться. Вот такие у него плоды. Легко отделяется. Вот. Люди, которым я обязан, как я сказал, по жизни. Я сейчас им хотя бы 2 ведерка наберу. Косточка отделяется. Хорошо, видите? Правда, сырая. Бывает еще у меня абрикосы сухими косточками. Но мякоть сладкая, но с легкой-легкой кислинкой. А я сам выходец с Украины. Вот в Херсонской области у меня очень много родней было в деревне. Почему было? Ну, вы догадаетесь, почему. Вот сейчас одни могилы почти. И тогда я... Приезжал в отпуск, это начиналось еще школьные годы, потом даже студенческие, потом работа на ИСКе, на заводе. И когда я приезжал, а у них страшная беда. В каждом дворе обязательно абрикос, 1 или 2, не больше. Они огромные по размеру, много места занимают, а там умеют считать площади. И тогда, чтобы они не пропали, и сахар очень дешевый был, и тогда они закатывали, ну, где-то по 100 банок закатывали. Погребы, я видел это в нескольких погребах. Это был ужас. Стоило приехать Валерочке, это мне. Вот, и тут же 5-10 банок приволакивали. Ешь, 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 бери с собой. Ой, это был кошмар. И вот когда я для виду открывал банку, они не могли успокоиться, пока я не съедал полбанки. Вот этого, ну, закатка типа компота с плодами. Вот. И тогда от меня отставали. И с тех пор до сих пор я не могу есть абрикосы. Вот так. Вот, пробую, пытаюсь продегустировать. И одно скажу. Там эти жердели, так называемые, я вам показывал, которые я перевез сюда жердель в виде прививок и получил с кислинкой, ну это потому, что на манжурце привил. А у них они чисто сладкие. Вот. И если было невозможно. Есть такое слово, слащавые. И вот у меня они сейчас кисло-сладкие, я хорошим людям сейчас соберу. Вот те 2 ведра. Земли собирать не буду, нет. Это уже косточки пойдут вам. Почему? Еще раз. Где бирка висит? Ну-ка. Сейчас найдем. Я как-то видел. Я помню, когда я вешал, я написал поздний. Поздний, поздний, поздний. Ну, в общем-то, придется вам верить на слово. Даже верить не надо. Дело в том, что абрикосы закончились. Вот этот еще плодоносит. И несколькими днями раньше, это где-то 15 или 20 ведро, если их собирать. Это тот заменитель патриарха. Все, больше абрикосов. А, нет, еще есть этот, химера фаина. Ну, то особый случай. Там гены все поперепутались. Вот, я дурею, когда меня это... Там на мне, на Латинкове, поставили клеймо шаманы. И выращивают эти химеры. Вы что, химеры не угодили? У вас-то и химер-то нету, не то, что нормальных. Те, кто меня это приговорил. Ладно, посмотрели. Соберу. Вот. Эти пару ведер точно будет. И
Конечно, мой принцип — с дерева не срывать, иначе плодушки могут повредиться. Но, к сожалению, уж совсем людей без абрикосов оставить я не могу. Посмотрели. Сейчас делаю небольшой перерыв и сниму сразу еще одно кино. Вот почему? Потому что это очень важно. Тема будет другая — груши. Пойдемте смотреть.